100 мл цельного молока, лист тимьяна и розмарина. Мелко рублю. Добавляю молоко. Отрезаю 4 куска белого свежего хлеба. Обрезаю корочку и нарезаю на части. Добавляю их к молоку. Смешиваю 500 грамм говяжьего фарша, 1 яйцо и 1 столовая ложка дижонской горчицы. Солю и перчу. Разминаю хлеб до однородной консистенции и добавляю к фаршу. Очень хорошо перемешиваю. Формирую боллы и обжариваю с каждой стороны по 4-5 минут. Займемся гарниром. Возьмем около 100 грамм рукколы. Выдавливаю туда сок половины лимона, 3 столовые ложки оливкового масла. Перемешиваю и выкладываю на сервировочную тарелку. Нам осталось приготовить глазурь из бальзамика. Наливаю 125 мл выдержанного бальзамического уксуса и держу на огне, пока уксус немного не уварится. Затем процеживаю через сито и поливаю им фрикадельки и рукколу. Сверху посыпаю тертым пармезаном.